и в откровение превращаются, ложась на белые листы. Казалось бы, пустяк, безделица, причуда странная души, преобразит простое дельце, шедевр высокой красоты. И в сторону всякого ненужного, затасканных сравнений фраз, не побоясь суда досужного, рождается стихов калаш. И пусть нельзя их появлением ни объяснить, ни предсказать, стихи не пишутся, случаются, что я могу еще сказать. Любви, здоровья вам всем и вдохновения!